развитии мышления, чувства соперничества, ну и тяга к военной технике, ну и так же самое подготовка к военной службе. Переправы через водные преграды, проезд через минные поля, где там ограждения были поставлены, где места уже были разминированы, да, обозначал там строение различной инфраструктуры. Кто знает, когда вот действительно, может, через несколько лет ребятам придется сесть уже реально за рычаги боевых машин. Кто знает, от простого к сложному, от навыка к умению, да, от игры к действию. Я поняла, как управлять этим пультом. Не с первой попытки заехала на мостик. Рассчитала, получается, чтобы ровно встать, чтобы не забуксовать на нем. Т-34, он поменьше, он побыстрее, но на высокие трамплины он заезжает только задом. А Т-90, он побольше, чуть помедленнее и преодолевает трамплины с легкостью.